Как реализуются государственные программы в городе горняков и энергетиков? В этом году по программе «Дорожная карта занятости» в Экибастузе капитально отремонтировали здания центральной библиотеки и школы. Подробности в сюжете. Здание библиотеки Экибастуза площадью 1700 квадратных метров построили в 70-х годах. За это время здесь проводили лишь текущие ремонты, а в этом году впервые провели капитальный по замене окон. Работы начались в мае, и уже через месяц на месте старых появились новые оконные блоки. До ремонта в нашем здании был нарушен температурный режим. В здании ощущался холод, было холодно, некомфортно для наших посетителей. И вот благодаря этой программе мы надеемся, что у нас здание станет теплее, комфортнее, и эстетический вид изменится нашего здания. По дорожной карте занятости на замену окон затратили порядка 8 миллионов тенге, а на обновление книжной базы в этом году предусмотрели порядка 3 миллионов тенге. Всего в центральной библиотеке хранятся 85 тысяч книг. В год организация принимает порядка 11,5 тысяч читателей. Также по программе «Дорожная карта занятости» в городе горняков и энергетиков в школе номер 23 полностью заменили электрическую систему. Все алюминиевые провода заменены на медные, что улучшает безопасность нашей школы. Всего поменяли более 2500 ламп на светодиодные, что позволяет также экономить электроэнергию. Кроме того, во всех учебных кабинетах были установлены лампы над ученической доской, проведена замена выключателей, розеток, обновлены щитовые. Всего на эти цели из бюджета выделили свыше 42 миллионов тенге. Стоит отметить, что государственная программа «Дорожная карта занятости» не только содействует повышению уровня жизни граждан, но и помогает решить проблемы с безработицей. Вероника Вишневская, Айгерим Базамбаева, Амир Ерланула, Ертыс Ахпарат из Экибастуза.